Также в продолжении темы. Люди, которым в Азиатско-Тихоокеанском банке продали, не вдаваясь в подробности, векселя финансово-торговой компании, требуют вернуть им деньги. Что на это отвечают сотрудники банка Амурского отделения, расскажет моя коллега Евгения Куманикина. К нам на телеканал продолжают поступать обращения от вкладчиков Азиатско-Тихоокеанского банка. Люди оказались жертвами действий со стороны банка и его дочерней компании ООО «Финансовая торговая компания». Первым делом мы решили позвонить в Амурский филиал банка и непосредственно у них узнать, как же на сегодняшний день обстоят дела, какая работа ведется по разрешению данной уже глобальной проблемы. Азиатско-Тихоокеанский банк, начальник офиса Тупкасова. Софья, здравствуйте. Софья, здравствуйте. Меня зовут Евгения, я журналист телеканала «Амурск». Скажите, пожалуйста, нас интересует такая ситуация, связанная с вкладчиками, которые купили в Азиатско-Тихоокеанском банке векселя. И сейчас они не могут, соответственно, воспользоваться своими денежными средствами. Скажите, пожалуйста, как сейчас, на сегодняшний момент, обстоят дела? Я эту ситуацию вам комментировать не могу. Комментирую ее лично каждому векселедержателю. А в чем причина? Если вам нужны какие-то официальные данные, присылайте запрос. Я буду согласовывать ваш запрос со службой безопасности. Только после этого смогу дать вам ответы на эти вопросы. И еще такой вопрос. Может быть, на него вы мне ответите. Скажите, пожалуйста, а данная услуга до сих пор предлагается клиентам? Я не буду комментировать. Не отвечать на ваши вопросы без официального запроса. Мы, естественно, не остановились на местном офисе и набрали номера телефонов филиалов в городе Комсомольск-на-Амуре и город Хабаровск, а также позвонили на горячую линию банка, на что нам везде отвечают уже как будто по заранее спланированному сценарию. Вы можете зайти на сайт atb.su. Там вы сможете оставить обращение с вашими контактными данными о том, что вы бы хотели провести интервью и с вами свяжутся. В свою очередь, телеканал не остается в стороне. Мы обязательно отправим запрос, на который по законодательству нам обязаны ответить в течение 7 дней. Мы также напоминаем, если вы являетесь векселедержателем Азиатско-Тихоокеанского банка, инициативная группа ищет вас. Для получения контактной информации можете обратиться по телефону 2 13 17. Евгения Куманейкина, телеканал.